В Твери продолжаются работы по созданию торговых площадок современного формата. В районе остановки вагонзавода в Заволжском районе Твери завершаются работы по возведению крытого торгового павильона площадью порядка 400 квадратных метров. Напомним, возведение нового крытого объекта в районе остановки началось в ноябре. Согласно проекту, он разделен на две части. Первая – это готовые оборудованные торговые площадки. Вторая – свободные места для установки предпринимателями собственных торговых объектов. Часть мест будет предусмотрена и для социальных рядов. В настоящее время идет завершающий этап обустройства ярмарочной территории. К финалу подходят работы по облицовке фасада. В ближайшие дни смонтируют купол из поликарбоната, соединяющий две части торгового павильона, и установят вывеску. В настоящий момент предприниматели, которые ранее временно размещались на трамвайных путях, заняли свои привычные места. Это около 40 предпринимателей. Часть из них разместились в вновь построенных боксах позади данного павильона. В настоящий момент завершаются работы по отделке фасадной части данного павильона. Достигнута договоренность с инвестором о благоустройстве территории перед данным павильоном в виде строительства новой тротуарной дорожки.